Я очень люблю у всех женщин беременных, я обожаю молодых мам, и особенно считаю, что если материнский капитал будет увеличен, его еще тройными замками нужно закрывать от растрат. То есть если это будет на очередную бутылку и рожать будут для того, чтобы в очередной раз юзать государство, то нет. А если это послужит для образования и покупки жилья, то я всеми руками и ногами за. Считаю, что из-за денег мало кто рожает. Детей не рожают из мести, детей не рожают на зло и уж точно не в виде заработка, но только что суррогатные. Но если при этом еще правительство будет чуть-чуть помогать, спасибо им большое. Большое.